Друзья, всем привет! Прежде чем начать свой видеорецепт, хочу поблагодарить вас всех за огромное количество теплых слов и слов поддержки, которые вы мне прислали вчера и продолжаете присылать. Мне безумно приятно! И, конечно, я прислушаюсь к вашим словам и буду продолжать свои видео в старом формате, потому что я хочу, чтобы вам на моем канале было приятно, тепло и уютно. Люблю вас. Ну а теперь давайте начнем готовить. Сегодня предлагаю вашему вниманию рецепт мясных шариков в винном соусе. Мясные шарики получаются очень вкусными, а соус ароматным и густым. Мне очень нравится. Надеюсь, понравится и вам. Ну а рецепт я нашла в книге Эллен Браун «The Meatball Cookbook Bible». Ну что, приступаем. В сковороде с толстым дном я растопила сливочное масло. Добавляю мелко нарезанный лук и мелко нарезанную морковь. Также добавляю чеснок, пропущенный через пресс. Перемешиваю и буду тушить 3 минуты на небольшом огне. В миске соединяю яйцо и молоко. Все перемешиваю венчиком до однородности. Затем добавляю хлебные крошки или можно взять панировочные сухари, розмарин и петрушку. Все перемешиваю. Также добавляю половину луково-морковной смеси, фарш у меня баранина, солю и перчу по вкусу и хорошо перемешиваю. Противень, застеленный фольгой, сбрызгиваю маслом спреем. Макаю руки в холодную воду, отщипываю кусочек фарша и формирую небольшие мясные шарики размером с грецкий орех. Сверху сбрызгиваю мясные шарики маслом спреем и отправляю в духовку под гриль до зарумянивания. Тем временем к оставшейся луково-морковной смеси добавляю муку и пассирую 2 минуты. Затем добавляю вино, куриный бульон, прованские травы, томатную пасту, соль и перец по вкусу и буду варить соус на небольшом огне без крышки примерно 10 минут. В рецепте советовали все ингредиенты для соуса добавить сразу, но я бы советовала вам добавить чуть-чуть вина, перемешать и только тогда, когда получится однородный соус, добавлять другие ингредиенты. Так гораздо легче, но это я уже поняла в процессе готовки соуса. Мясные шарики зарумянились. Посмотрите, ребята, сколько жира они выделили. Вот поэтому мы их запекали, чтобы этот жир не попал в наш соус. Мясные шарики отправляю в соус, перемешиваю и буду варить под закрытой крышкой на очень медленном огне примерно 10 минут. Дополнительно посыпаю розмарином и в сковородку добавляю веточку розмарина. Уж очень я люблю розмарин. Вот такие вот замечательные мясные шарики в винном соусе у меня получились. Они отлично идут как основное блюдо, так и для больших бутербродов, которые подают в булках. Попробуйте, я уверена, вам очень понравится. Ну а если вам понравилось это видео и мой старый формат, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях. Ну а я желаю вам приятного аппетита и хорошего настроения. До новых видео, всем пока-пока!